Ждем начала второго тура. Вчера просто записывал. Так, с Шиповым играем. Окей, Привет нам, погнали. зрителей. Где наша партия? Карина! Христом. Карина Амбарцумова. Противостоит гроссмейстеру Шипова. Гроссмейстеру Шипову. Ческом. В России заблокирован. Как играть в России? Ну, ВПН, известное дело. Известное принятый, дело. Да? Принятый, принятый. Ладно. Косой вариант сыграю. Не хотела. Принятый. Так, получилась позиция что-то вроде каталонского ну, начала, но белый слон на g2 еще не вышел. То есть это скорее миранский вариант. Сью что-то знает или все знает здесь. Ну, план черных понятен. Пешку поставить на h6, защитить пешку b5, а потом ходом c5 подбивать конструкцию белых. Слон на f4. Ой, я не уверен что на 100%, что он занимает идеальную позицию. Так, так, что за плаги, как простыня. Т-т-т, оценка у нас на экране есть. Почему-то она все время сдвигается. Готовит то вправо, то 5. Влево. То туда чуток, то сюда чуток. Нет, это доска, давайте. А вот это Е3. У нас оценка. Непонятно. Почему? Ничего я не пойму. Одну трансляцию я чуть-чуть сдвигаю ее вниз, а другую вверх. Ну, давайте сначала рокировку надо, а потом уже обо всем Ладно. Другом думать. Работаем да, дальше. Да, черные C5 провели пошел. Ход c5. Ну, вот положение это белых тоже фигур. Логично. И ферзь попал немножко под черную ладью, так. И слон на e2, на f4 не самое пока если активное. Беру... На перспективу у черных Газет более b4, гармоничное cd, положение да? фигур после выхода коня на f6. b4, так что cd отличная пограживает. Позиция, можно здесь побороться. Ну, пока что угрожает простая очень, да, идея, наверное, побить на d4, разыграл, белые по пешки идее. Заберут, мы играем b4 и за связками по идее не очень разыграл, но ладно, что делать-то. Бьет Карина, у нас выходит слон. Все у черных красиво и очень хорошо. Редакция. Белых не видно особо активного возникло, плана. Мягко говоря. Играть в ответ а3 b4. Ладно, 0-0, главное останавливаю разбиться черные успел, пешки. Вроде. Там все-таки усилится ну, давление сделать. Ладьи на белого там ферзя. Посмотрим. Ну и наконец 3 тоже. Так. Тут у черных поинтереснее уже позиция немного. Давайте а3. Рубинштейн так играл за черных. b4 ну, да. Неохота давать. Кем это была партия? С Марци, что ли, когда миранский вариант впервые сыграли? Не помню точно, скажу честно. Ну, в знаменитый турнир так. Миранский, где-то, по-моему, да? 30-е годы, наверное, проходил, да? 20-е рановато, наверное, это 30-е годы где-то были. Где-то B4 так. надо смотреть. Есть такой ход. Да что меня забанили, B4, единственное сообщение. Видите, Александр B5, Большаков а нет, у нас B5, вроде духа выступает. Или вроде того загадочного B5. Суслика. Мы все его... Ладно, B4 пойду. Надеюсь, не проходит. Так, вроде ладно. Нет, не знаю. Да, он ушел. Так, и уходим из-под ладно, связки ладно, ладно. Сюда. Так, сейчас. Быстро играет Сергей Юрьевич. Но это я тоже медленно, как бы, поэтому. Ну, информацию надо вывести так, на экран. Тоже форточку. WhatsApp. Почта. Так. Сейчас, секунду. Сменить. Давайте. Так. Другую ладью надо тоже вывести. Так, да. Есть такая игра. Так. Пойти. Ферзь пошел на А8. Так, выстроились очень красиво. Немного лучше позиция у черных. Один назад у них есть хорошая идея поставить коня на b6. Может, белополе как менять? C4, а, конь на c4 тогда. Да. Ферзь так, со слоном вот это давит зря на g2. Тогда, наверное, я сделала. У белого слона f4, наверное, стоит неплохо. Черная фигура так вот по этой линии рассекает. Планом, слон d8 берем гроссмейстер с тем, чтобы продолжать ладьей. Смотреть на поле c4 и конь c4 у белых все-таки выменять коня. Ёлки-палки, ну, а нет, чуть так есть. Конь c4, пока так. Да. Вот уже ферзь со слоном довольно сильно стоят, а я давайте кое-какую информацию сейчас попробую вывести на экран. Что там не так, зевнул, добавить. Ладно. Добавить. Секунду. Ну, по времени, конечно, пока секунду. Тяжко. Секунду. Ну, окей. Вот такая у нас будет информация, давайте вот здесь я ее оставлю. Обратите внимание. Рекламируем сегодня. Такого у нас не было никогда. Вот первая реклама шахматного тренера. Тренер. Занятие.
по скайпу, обращайтесь, пишите. Тренер для новичков, уровня кандидата в мастера, ну, обучают с нуля. И занятия недорогие, так что пробуйте. 300 рублей за полтора часа, вот такое рекламное у нас объявление. Можете с экрана записать или в описании, также в описании трансляции. У нас эта информация продублирована. Так, что у SU? Положение белых лучше, говорит компьютер. Почему? Не могу понять. А, времени у нас больше. 10 секунд у Карины, и это, возможно, будет решающим фактором. Примерно равное положение. Я бы сказал, что у черных интереснее позиция. Слоны-то все-таки есть. Да, конь на d6 выходит. Ферзь c3 не опасно. e4 гонит нашего ферзя, но тоже не страшно. Можно вперед с разменами. Получше немного у черных позиций. Ферзь активен. И у соперницы 5 секунд всего осталось. Конь заходит на c4, атакуем слона b2. Ферзь c3, ну что, слон f6 играем. Пешкой на f6 играет SU. После слона f6 мы могли вызвать на e5 белую пешку, и там слон очень сильно открывался. Размен, размен. Пешку съели. 3 секунды остается у Карины, а у Сергея Шипова уже лишняя пешка. Градусник неправильно работает. Нормально все с градусником. Но он немножко бывает отстает там где-то на полсекунды, на секунду. Плохо дело. Тормаживает, но в целом градусник в порядке. Да. Закрылась Ю-рекламой. А, нормально. 2 секунды у Карины остается, лишнюю пешку SU сохраняет. После размена ферзей король еще подходит, и белую пешку на c5 будет сейчас окучивать. Но пешка проходит уже. Да, к сожалению. Встречаем, чтобы у нас пешка стояла на белом поле, чтобы ее слон не мог атаковать. Да, потом f5 еще можем пойти, пешку c5 забираем. Ну, это простая победа. И играем f5. Две лишних, все нормально. Сдаваться не охот, конечно, поэтому как бы времени просрочить. Сделать, мне кажется. Сейчас не до того, чтобы сдаваться. Но тут еще можно белым побороться. Пару ходов надо сделать. SU выводит коня на f5. Эту пешку атаковали. А дальше конь идет на d4. Ну, не больше, да? Кидаем третью. Это да, победа. Ну, что-то по дебюту, конечно, неудачно. Плюс времени много потратила. Градусник показывает все, что надо. У нас... Давайте. Не очень вышло. Итак, Сергей Шипов поддерживает вторую победу, а мы смотрим за... Ну, не думаю, что тут гораздо хуже позиция. Ну, что, просто никакого тоже нету плюса. То есть, ну, равное, да, но... Ну, давайте же галку посмотрим, на кому... Учитывая время...